Друзья, всех приветствуем, ПАМ «Автотрейд Импорт» на связи. И в нашем автосалоне новинка. Один из самых популярных в России компактных кроссоверов – Mercedes GLC Coupe. Это полноприводный кроссовер с достаточным клиренсом для преодоления городских преград. Да, на бездорожье на нем не выйдешь, но до дачи 100% довезет. Автомобиль в первую очередь для тех, у кого изменились жизненные обстоятельства и поменялись требования к автомобилю. Например, у вас увеличилась семья, появилась дача, в семье появилась собака, и стандартного седана вам перестало хватать. И что же делать? Купить Mercedes GLC, который полностью закроет все эти задачи и останется компактным автомобилем. Под капотом один из лучших дизельных двигателей объемом 2 литра и с налоговой мощностью 245 лошадиных сил, а также с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Это максимальная форсировка для дизельной версии, и она гораздо выгоднее бензина, ведь с ним вы будете реже заезжать на заправке. Версия GLC Coupe отличается покатой крышей, которая придает более элегантный внешний вид. Машина в отличной комплектации Sport с AMG-пакетом на 20-х колесах, со светодиодной адаптивной оптикой спереди, светодиодными фонарями сзади, а также с бесключевым доступом. Шикарный двухцветный кожаный салон с вставками из темного дерева. Сиденья имеют спортивный профиль, развитую боковую поддержку, поддержку коленей, электропривод, подогрев и функцию памяти. Вот такой интересный мультируль с световыми вставками из алькантары, который имеет как физические кнопки, так и сенсорные. Управление голосовым помощником, звонками, мультимедией, управление круизом – все здесь на руле. Цифровая приборная панель с отличным качеством изображения, дизайн которого вы можете настроить под себя. Он меняется в зависимости от того, какой режим езды вы выбрали, либо вы можете самостоятельно изменить дизайн, например, на прогрессивный, классический, либо спортивный. Помимо этого, вы можете закастомизировать правые колодцы и, например, настроить отображение навигации. Мультимедиа MBUX упростит управление данным автомобилем. К тому же тут имеется вот такой очень удобный тачпад, с помощью которого вы выбираете настройки. Если же управлять им неудобно, пожалуйста, тут имеется сенсорный дисплей. В автомобиле полный пакет ассистентов, который должен обладать любой современный премиальный автомобиль. Тут и предотвращение столкновения, и адаптивный круиз-контроль, и камера заднего вида, а также парковочный ассистент. Сидеть сзади более чем комфортно, учитывая мой средний рост 108 сантиметров. Сижу я сам за собой, как видите, еще достаточно места между моим коленом и спинкой переднего сидения. Имеется вот такая опциональная вешалка для вашей верхней одежды. А если разложить подлокотник, то посадка становится намного комфортнее. Автомобиль имеет контурную подсветку, двухзонный климат-контроль и отличную акустическую систему. Багажник с электроприводом и имеет объем 500 литров. Если же вам его не хватит, то с помощью данных кнопок, которые находятся вот тут, прямо из багажника вы можете сложить задний ряд и увеличить его пространство. Друзья, данный автомобиль в продаже в нашем автосалоне. Любая форма оплаты без дополнительно навязанных услуг. Возможно, приобретение в лизинг, в кредит, в трейд-ин. По любым вопросам пишите нам в социальные сети, либо звоните по номеру телефона.